И снова мы, люди карантина, хроники коронавируса. Не надо перебивать старших. Вот, чем мы сегодня ужинаем? Мамочка, скажи. Картошечка из духовки. Смотрите, вот мы делаем картошку вот таким образом, в духовке. Вот она. Вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Горочка. Как мы ее делаем? Очень все просто, до безобразия. Картошка моется, режется. Моется очень хорошо. Не щеткой, а губкой мы делаем, чтобы кожура была совершенно чистая, в кожуре. Приправляется солью, специями, растительным маслом и в духовку. И вы 30 минут не участвуете в этом процессе больше. Процесс происходит сам собой, до румяной корочки. Слюни текут, и мы садимся уже. Картошка получается очень вкусная, ну реально, просто ну очень вкусная, ну вообще. И все совершенно просто. Но это не просто так мы сделали картошку, давно мы уже не делали. Мы ее сделали к нашей вчерашней капусте, которая вот уже почти сутки стоит, маринуется. Сейчас и сейчас мы это покажем. Отлично. Я кладу, приноси капусту. Очень аппетитная корочка, очень. А я люблю такую картошку, потому что она реально покрывается такой корочкой, а внутри она не очень сухая и очень вкусная. Что тут можно сказать? Один эпитет вкусно. Да, давай садиться. Я всегда говорю, за уши не оттянь. Покажем наши довольные лица. Причем это не жареная картошка, а печеная. Это тоже, кстати, важно в области сохранения витаминов. И переваривание, там, крахмала и тому подобное. Конечно, жирновато, но учитывая, что мы мясо не едим, мы можем себе позволить. Иногда. К тому же это мясо хорошая домашняя картошка. Капуста! Капуста. Помните, как в рекламе? А запах! На, салатницу. Так, накладываем в салатницу. Соусы. Что я всегда люблю в капусте, это много рассола. И когда я покупаю, например, капусту где-то, квашеную, я всегда прошу, чтобы мне налили много рассола. Ну, а рассол всегда остается, и много остается. И всякие там бабушки или тетеньки не скупятся и льют мне его. Немножко польем рассольчику. Я потом его весь допью. Да? Да. Все. Уносим. Очень интересно, какая капуста, правда, это же мы вчера приготовили. Ешь! Всем привет! И вот как это есть. Так, ну что? Попробуем? Так, картошечку. Ну-ка. Я ранен. Кетчупом. Друзья, вы себе не представляете, как вкусно. Я еще не попробовал, как получилось в этот раз, но я уже просто представляю. Ну-ка. Вкусно, вкусно. Можно чай? Это фантастика. Это вкусно, это полезно. Это легко. Вы знаете, вот, когда я стал вегетарианцем, я помню первые свои ощущения и удивления. После того, как ты съешь целый тазик вегетарианской пищи, это в основном салаты, немножко молочного. И сколько бы ты ни съел, никогда нет тяжести после еды. Ни отдохнуть не хочется, ни спать. Вот это тоже очень ценно. Это было первое мое настоящее такое удивление. Все. Приятного аппетита. Мы кушаем. Вкусно? Очень. И картошка вкусная. Вкусно. Будем наслаждаться. Пока-пока. Пока-пока.